Я вообще не буду ничего говорить. Мы хотим есть рыбу, потому что мы хотим жить долго. К слову о том, кто дольше всех-то живет. К слову о том, что дольше всех живут жители замечательной Японии. Представляете, сколько они живут? Потому что они едят рыбу постоянно. Конечно, не каждый из вас может заниматься рыбалкой. Но тем не менее, купить настоящую живую рыбу в Магнитогорск сейчас легко. Напротив торговой галереи «Гранд». Настоящая живая рыба. Вы ее берете и готовите. И это даже не свежемороженая рыба. Хотя о свежемороженной рыбе мы с вами тоже поговорим. Да, до моря из Магнитогорска далеко. Но озерами и реками богата земля южноуральская. Не верите, но есть карты. Посмотрите внимательно. То есть рыбы у нас много. Не вылавливая всю, а по сути, куда ее девать, то рыбой можно питаться каждый день, выловленной и свежей, а делается это просто. Центральную городскую ярмарку знаете? Так вот здесь, напротив входа, вы можете купить свежевыловленную рыбу. Не верите? Так вот она. 1.5 часа, и она у вас. Что вам еще надо? Вкушайте на здоровье. Скажите, пожалуйста, вам нравится рыбка? Да. Хорошая? Всегда здесь берем. Очень нравится. Рыбка свежая, вкусная? Вкусная, конечно. Одно объедение. Вы пиленью болотце собираетесь, да? День учителя, а у меня дочь любит рыбу. Это дело здесь, да? Где живая рыба есть? Да, да. И это единственное место в городе, где торгуют свежей рыбой по ценам с водоема, без рыночных накруток. Ежегодно можно приобрести эту рыбу на ярмарке «Ермак». И здесь происходит ежедневная проверка ветеринарной лаборатории. И вы можете абсолютно спокойно покупать рыбу, свежевыловленную утром, которая через 1.5 часа продается с машины на ЦГЯ. Теперь по времени. Так вот, здесь торгуют до холодов. А затем мы переходим в павильон номер 8, на том же рынке ЦГЯ. К осени ассортимент расширяется. Появляется привозная рыба, толстолобик, белый амур, сом и сазан, судак, пелить, лещ, чебак и окунь. Весь ассортимент можно узнать по телефону 8 912 400 17 15 в удобное для вас время. 188? Дешево? Да, я считаю, что дешево. А то? На рынке дороже. Во, вот мы о чем говорим. А почему нет? Куда приезжаете? Центральная городская ярмарка. Вот, прямо напротив. Выходите и берете себе качественную рыбу. Теперь мы говорим о Иисусе нашем, Христе Божьем. Вот смотрите. Вот он одной такой рыбой накормил многих людей. Да, это был Иисус. Вы понимаете, что это рыба живая, да? Вот, видите? О, я ничего не делаю. Да. К слову о том, что сюда могут также приехать и мусульмане. Потому что мы говорим о событии следующем. Иисус Христос где родился? Ну, он был евреем, естественно. А евреи, естественно, не ели никоим боком свининку, да? Но мы уже перемешаны, поэтому я и свиню кушаю, и, естественно, а почему бы и не рыбу? То есть, если мусульмане сюда приходят, потому что они прямо здесь рядышком находятся, у них молельный дом здесь, это очень хорошо, я очень люблю религию ислам, в чем-то он даже поинтереснее, чем христианство, ну да ладно. То есть, у нас пути разные, главное, куда мы идем. Вы сюда также приходите, покупаете эту рыбу и кушаете. При этом мы вам сказали неоднократно, я только что переговорил с человеком, что ценники здесь достойны вашего внимания. Конечно, пока солнце нас балует, это очень хорошо. Рыба в живом состоянии для вас. Но рыбы в мире очень много. Очень. К слову, спасибо нашему президенту. Мы едим и можем есть то, что вылавливается во всех местах. Есть наши суда везде, и в Атлантике, и в Индийском, и в Тихом, и в Южном, и в Северных океанах. А сколько морей, то и оттуда рыба. Ее быстро морозят, и дальше в золотой рыбке в павильоне номер 8 на ЦГЯ вы можете порадовать себя не только красной рыбой, но и икрой. Вот как.
За рыбой пойду. Рыба класс. Да. Скажите, пожалуйста, вкусная здесь рыбка, а? Очень. Какого здесь выбор-то? Вкусная? Выбор очень большой. Сегодня очень все красиво, очень свежий. И пельмени брала очень вкусные, рыбные. Дешевые рыбные. Да. Рыбные пельмени? Да, да, да. Ну, сейчас пельмени. Ну, наподобие этих, но другие, развесные, вот такие. Так что все было вкусно, приходите и берите. И цены значительно ниже, чем на Радуге вкуса. Я не буду говорить, но к ценам подхожу по правилам. Цены здесь не меняются десятилетиями. Тогда цены мои и для вас. В этом смысле и есть то удовольствие. Вы вкушаете натуральные продукты. Вам это нравится, и я доволен. Мы должны есть плоды, выращенные для нас Богом и собранные нами. И это лучший вариант. Без картелептерии, без ГМО. То, что дает нам природа. Вот что есть надо, господа и товарищи. То, что вы можете купить здесь, в павильоне номер 8, рынка Ермак, на центральной городской ярмарке. Есть такая штука. Детская энциклопедия для почемучек. Скажите, да, человеку 47-й год, а он еще детские энциклопедии читает. Так вот, в событиях детской энциклопедии для почемучек я прочитал, что одного урожая Атлантического океана хватит, чтобы он перевыполнил 20 тысяч урожаев одного урожая и 20 тысяч урожаев всей земли. Представляете, сколько нам возможностей дарит море. Море хорошее. К слову о том, что мы не будем говорить, что в Челябинской области озер мало. Да очень много озер, естественно. И мы вам показывали настоящую живую рыбу. Теперь мы говорим про океан. Океанская рыба находится прямо здесь, в павильоне номер 8. Ничего сложного нету. Заходим, покупаем то, что должно быть. И обратите, ценники-то абсолютно нормальные, ровные. И в некотором случае они даже дешевле, чем в других местах.